Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Всем привет, я Таня, и это Техновости. OCZ официально представила линейку SSD Agility 4. В линейке 4 модели емкостью 64, 128, 256 и 512 гигабайт. Старшие достигают скорости 400 мегабит в секунду, как при чтении, так и при записи. Максимальная производительность 85 тысяч операций ввода-вывода в секунду. Мир охватила настоящая мания компактных водяных систем. Новинка, представленная компанией Swiftech, называется Apogee Drive 2. Данная модель козыряет металлическим корпусом, что должно способствовать лучшему отводу тепла. Рекомендованная цена, впрочем, высока – $135 США или 4000 рублей. Компания Razer решила порадовать любителей Battlefield 3. Теперь каждая команда сможет надеть на головы наушники Black Shark, которые помогут не только наслаждаться прекрасным звуком, но и комфортно общаться внутриигровом голосовом чате. Что интересно, микрофон отсоединяется. Заявленный частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Цена игровой гарнитуры – $130 США. Продажи изделия начнутся в июле. Если вы живете во дворце и опасаетесь того, что сигнал беспроводной сети слаб, есть выход. Вам поможет Wall-Powered Wireless Signal Repeater. Как можно догадаться по названию, этот Wi-Fi репитер подключается непосредственно в розетку электропитания и усиливает сигнал беспроводной сети, увеличивая таким образом зону ее действия. На корпусе репитера расположен также разъем для подключения сетевого кабеля, благодаря которому устройство может работать в качестве стандартной точки доступа. Цена составляет $25 США. Этим летом компания VIA выпустит компактный нет-топ Artigo A1200. Нам он нравится потрясающим для своего класса количеством интерфейсов. Это, например, 2 гигабитных LAN, 4 USB 2.0 и 1 USB 3.0, VGA и HDMI выходы. На E3 2012 публике представят более 50 дебютных роликов. Неполный список игр выглядит следующим образом. Halo 4, Resident Evil 6, The Elder Scrolls 5 Skyrim Dawn Guard, Medal of Honor Warfighter, Crysis 3, Lost Planet 3. Следите за нашими новостями. Благодаря вашей поддержке мы собрали свыше 600 рублей на новостные выпуски. Мы приняли решение выпускать новости первую неделю июня, чтобы захватить Computex и E3, которые стартуют 5 и 4 июня. Теперь вы наши спонсоры, и мы будем объявлять вас в начале каждого выпуска. Тем, кто хочет присоединиться к меценатам, мы оставляем реквизиты в описании видео. С вами была Таня, услышимся летом, то есть завтра.